сегодня вечерний такой хороший у нас ужин в парке. И там, наверное, не видно, но весь газон вот вдалеке, весь в таких огоньках. Это светлячков столько много. И они поднимаются и сразу сверкают. Настолько красиво, необычно. Первый раз такое в жизни вижу. Это в нашем эдмонтском Хефнер-парке. Хефер-парк. Хефер. Дон Хефнер. Там вот у меня зятечек мой сидит, кушает. Майкл, пиццу едим. И вон у нас там вдалеке Дженни играет на площадке. Цикады. И опять на эти огонечки.